В минувшее воскресенье, 4 июля, в Московской области были развернуты выездные пункты вакцинации в 10 парках и 2 музеях. В Одинцовском округе мобильный прививочный кабинет работал у главного входа парка Раздолье. В период с 10 до 15 часов здесь успели вакцинироваться более 80 человек, из них 15 – сотрудники парка.